Приветики! С вами Маша, и обзор сегодня чрезвычайно милый. Знакомлю вас с кроликом-зумером от компании Spin Master. Кроме розового кролика Хрумчика, есть еще белый кролик Живастик. Они такие милые и задорные, любят петь и играть, но больше всего на свете кролики-зумеры любят кушать. Когда кролик проголодается, вы услышите бурчание животика. Покормите его, используя бумажное лакомство. После того, как кролик поест, он оставит после себя кучку конфетти. Ах ты негодяй! В наборе вы найдете больше 80 разных угощений. Морковки, клубника, горошек, виноград, мороженое и многое другое. Когда эти вкусняшки закончатся, вы можете взять трафарет и сделать морковки самостоятельно. Либо просто нарезать бумагу полосочками. Кролик совсем не привередливый. Только не засовывайте вкусняшки до конца, иначе бумага может застрять. Обязательно оставляйте небольшой хвостик. Кроме того, что кролик кушает и делает конфетти, у него еще есть две игры – музыкальная и щекотка. Чтобы сыграть музыкальную игру, одновременно зажмите датчик на носике и кнопку на носике. Погладьте кролика по голове или по животику, чтобы услышать разные звуки. Чтобы открыть игру щекотка, одновременно прикоснитесь к животику и кнопке на носу. Щекотите кролика, пока он не скажет «юху», тогда вам нужно быстро убрать руку. Если 3 раза подряд у вас все получится, вы выиграете. Нажимайте на нос кролику, чтобы услышать разные милые звуки. Этот голодный и прожорливый кролик покорит сердце любого. Обязательно приютите Хрумчика или Живастика. До скорых встреч! Пока!